Всем привет, ребятки, с вами Джов, и сегодня у нас выходит патч 9.18, а это значит, что уже сегодня мы покатаемся на новых легких танках 9 и 10 уровня. Попробуем свыкнуться с переделанной артой, у которой будет сплэш огромный и оглушение. Плюс потестим новый балансировщик боев. Ну и конечно же это ремки и аптечки, которые будут теперь по факту бесконечные. Вроде бы все перечислил и ничего не забыл. Ах да, ну и конечно же сегодня выходит и новый матвак Джова. А в нем вас ждут самые удобные прицелы, эффективные дамаг панели, счетчики урона, шкурки пробития и многое-многое другое, что поможет вам нагибать World of Tanks. Но кроме этого, кстати, не забывайте, что у нас в модпаке есть офигенно удобный мод вот Tweaker Plus, который убирает некоторые эффекты из игры и поднимает FPS. Так что если у вас слабый компьютер и мало FPS, попробуйте его обязательно. А еще он умеет пережимать текстуры, что подойдет для совсем древних ноутбуков. А если вы любите изучить броню танков, то вам поможет мод просмотра брони в ангаре, который я так часто юзаю на стримах. Показывает количество миллиметров с учетом наклона брони и угла вхождения снаряда. Плюс у нас в модпаке еще есть и удобный настройщик модов, через который можно прямо в игре настроить очень многие моды без переустановки модпака. Просто вышли из боя, открыли и поставили нужные галочки. Короче, куда ни глянь, сплошные плюсы. Но и это еще не все. Мы активно продолжаем работать и постепенно возвращаем в модпак уже старые полюбившиеся вам моды. Во-первых, в этом патче возвращается минималистичный ангар Джова. Если у вас в глазах рябит от количества ваших танков и деталей обычного ангара, милости просим его поставить. Во-вторых, мы также доработали и вернули прицел Муразора. И хотя сам Музя уже давным-давно не обычный блогер, а самый настоящий разработчик, его прицел продолжает жить и пользоваться большой популярностью у любителей его творчества и, наверное, просто немцефильства. Вот такие вот у нас сегодня новости. Ну и, конечно, ребятки, не забывайте, что именно ваши лайки под этим видео и ваша активность показывают нам, насколько наш модпак ценен и важен для вас. Так что не скупитесь на лайки, смело их жмите. Наши ребята, те, что переписывают и тестируют моды, будут этому только рады. На этом, в принципе, все. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что качаете модпак и пользуетесь лучшими модами для танков. Следите за обновлениями и увидимся в новых видео. Пока-пока! Если ты уже подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, нажать еще на этот колокольчик. Нажав его, ты будешь получать все оповещения о новых стримах и видео.